Во Владивостоке на кампусе ДВФУ прошел первый день всероссийского турнира по боксу класса А памяти многократного чемпиона Сибири и Дальнего Востока Виктора Сахарова. Виктор Николаевич Сахаров, 17 лет здесь, во Владивостоке и на Дальнем Востоке, он стал чемпионом Владивостока, Приморской области, Дальневосточного края. В 28 году он стал чемпионом Всесоюзной Олимпиады народов СССР. Организаторами турнира выступила Краевая федерация бокса при поддержке правительства Приморского края. Мероприятие началось с торжественного открытия и приветствия участников соревнований. Строим, доложил судья Абдрахманов. Здравствуйте, товарищи боксеры! Здравствуйте! Вольно! Сразу после торжественной церемонии прошло несколько предварительных боев. В этом году соревнования среди сильнейших боксеров пройдут в 31 раз. Участниками мероприятия стали спортсмены из Сибири и Дальнего Востока. За весовые категории каждый город, каждый тренер привозит сюда перспективных боксеров, которые могут выполнить норматив мастера спорта. Звание мастера спорта они выполняют, если занимают первое место. И сюда хороших мальчишек везут, чтобы они побоксировали, подрались. Такой турнир серьезный. И можно, есть возможность выполнить мастера спорта, подтвердить кандидата мастера спорта. Выбор победителя проходит через электронное судейство. Так в одном из боев победу одержал спортсмен Андрей Якшин, представляющий город Белогорск Амурской области. Я тренировался, надеялся на выигрыш, что выйду, покажу на все, что способен. Я вышел, поработал, результаты налицо. Турнир продлится до 28 октября. В это время будут проходить предварительные и финальные поединки. В следующем году мероприятие планируется сделать международным и пригласить в качестве участников другие страны. Ксения Быкова, Степан Скляров. Новости на Восьмом.